Вот все, о чем ты. А теперь мне нужно кое-что лечь. Я доведу. Нет, нет. Я отдам все, лишь бы быть секс. Мне нужна прядь твоих красивых. Твоя роль сыграна, Мистей. Приходи на церемонию в дом Эти и увидишь плоды. Ты должен прийти. Его любовь дорого стоил. Идем. Что? Мисти, убей эту змею! Я облысела из-за нее! Прости, любовь моя, я только посмотрю, что нужно этим крестьянам. Ты сказала, нужда лишь прядь. Что это такое? Это? Все же ясно. Наивная дурочка становится жертвой своей соперницы. Змея! На меня! Что случилось с зельем? Она выпила его. Она добавила прядь моих волос в зелье. Колдовство! Заклятие? Ты шутишь? Это алхимия. Немного, чтобы от них кто-то облысел. В худшем случае сыпь. Как ты могла так... Эти принадлежит мне. Только я искренне. Это я всегда заботил. Думаешь, я позволю корыстной дурочке украсть любовь всей моей жизни? Эти? Не знаю. Ему нравилось ее. Я все и... Мне обещали деньги. Заплати мне и все. Вся эта драма мне ни к чему. Вообще-то, это она наняла тебя. А не я. Она смеется над нами! Убей ее! Ты заплатишь за это! Она проиграла. Платить тут не за что.
Считаешь ее невинной овечкой? Она хотела прибегнуть к магии. Хватит лицемерия, уходи и забери свою лысую подругу. Прошу, сделай что-нибудь. Я перережу всю твою охрану и доберусь до тебя. Стража, взять его! Что ты сделал с моей женой? Ты заплатишь за это? Наемники точно придут за мной. Что ты здесь? О, здравствуй, Мисти. Я тут весь... Очень мило с твоей стороны. Да? Правда, я хочу подарить им кое-что. Ты очень щедр. Какие-нибудь диаг... То есть... Я так и сказала. Не думаю, что... Точно. Вот, но я весь день тут вожусь с гли... Поможешь мне найти подарки для моих друзей? Они будут рады, и я буду, и для тебя какой-нибудь дед. С удовольствием. Да и Диего. Ура! Эти жемчуги... К северу отсюда. Где находят? Они на лугу. Постараюсь все. Где же твои друзья? Они скоро придут. Говори громче, не слышу. Неважно. Я вот... Что ж, мне... Я тут скоро... Лагуна с жемчужинами. Лагуна, о которой говорила девочка. Должно хватить. Вот и шахты. Там я найду блестящие камешки.
Заброшенные шахты с блестящими камешками. Жемчужины и камешки у меня. Пора вернуться к девочке. Девочка и ее друзья. Быстро она сюда добралась. Выглядят мило. О чем ты? Это мои друзья. Я это вижу. Мама сказала, мне нужны друзья. Так друзей не заводят. Не могу. Она умерла. Мама умерла. Она уплыла с пиратами. А когда она приплыла, велела мне беречь, но друзей у меня не было. Я ошиблась. Теперь мама расстроится. Нет, дитя. Все верно. Мама гордилась бы тобой. Друзья могут принимать разный облик. У меня вот есть орел. Ух ты! Держи. Подарки для твоих друзей. Спасибо, мистер. Прости, дитя.
капитан! Вперед! Держитесь! Ваши голоса могут и сирену баюкать, но пора прекратить. Похоже, и мне... Они слишком слабые. Ты нашла себе соперника. Ты серьезно? Если да, знай, что я собираюсь участвовать в битве. Битве? Битва сотни рук. Опаснейшее состязание в Греции. Сделаю все, что смогу. Скромность – похвальное качество для... Почему ты так уверен? Я упражняюсь, пока... Поразитель. Если про... Ты говорила, что... Скорее. Раз шанс умереть так... Мои родители были бедняками. Дело в деньгах. Они не вернут родных, правда? Допустим, я хочу участвовать в этой битве. Сразись со мной и... Ты напросилась. Ну же, мести! Больно? О, ты разозлился!
Именно. Верно. Видно по тому, как ведет. Меня зовут Алексиус. Ну а теперь займемся стрельбой из лука. Конечно. Похвально. Поохотимся. Встанем подаль. Может, я даже чему-то... Приятно быть здесь. Да что ты. Когда мы дрались, вокруг было столько зевак. Можешь быть спокойна. Теперь мы будем упражняться. Я не против. Истинный во. Ну что, довольны? Неужели? Без сомнений. Готово. Все волки убиты. Ты так же искусно обращаешься с луком, как Софокл со словами. Когда же закончатся эти упражнения? Что? Все это время... Не знаю. Я знаю. Да. Ты удивителен. Нам остался... Куда? В мой дом. Ну что, продолжим? Детей Гидреи от стаи голодных волк. Ты шутишь. Ну, так мы продолжим? Да, закончим. Тренировку? Мы с тобой веселимся. Тренируемся. Так, так. Новый урок ты оценишь? Да. Состязание в беге. Ну... Если выиграю, что я... Повод для гордости. Славно. Но главное не победа. Последний этап. Битва сотни рук, испытание. Начнем. Да, на плато в другом конце города. Начнем по моему сигналу. 3, 2, 1. Вперед! Ну же, давай! Это все, что ты можешь? Я не сдамся! Мне подождать? Как легко забыть. Когда много... Я все время выполняю чужие поручения. И что же? Океанский бриз в лицо. Здесь можно сказать... Понимаю. Варнава поверит даже в то, что у тебя в ухе морское чудовище. Какая глупость, надо же. На самом деле, я не встречал никого искреннее. Вон там остров Мелос. На нем погибает множество воинов. В битве при... Мне казалось, ты хотела наслаждаться. Например, вот так? Давай насладимся моментом. Зачем столько слоев одежды? Специфика работы. Хм.
Нам пора расстаться. Не будем, Сёусу. Я все думаю. Любая из нас может. Ты права. Прощай, Роксана. Оставь меня, воин. Алексиус, самый разыскный. Убийство другого наемника. Thank you.
Там! Кажется, что-то ценное! Весла на воду! Хозяин орла. Смотря как. Помоги Афинам. Моя команда. Отлично. Я проплыл мимо сирен к самому Посейдону. Волны в страхе склонялись передо мной. Huh?
Проведаю ее позже.
Thank you.
Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Без тебя мир станет лучше.
ты с нами, капитан! Грибцы по местам! Покидает вахту!
Павше, Силего! Благодаря тебе! Я Фера у тебя в долгу! Не знаю. Укали тесту тости. Я на свободе! Спасибо тебе за доброту! Huh.